Любой ремонт закончится выбором штор для вашего оконного проема. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. Сегодня мы расскажем о том, какой цвет штор подойдет именно вам. Белый цвет. 100% проверенный вариант. Подойдет практически для всех интерьерных стилей. Белый цвет имеет большое количество оттенков, от теплых молочных до холодных сероватых. А что самое важное, он легко комбинируется с любыми цветами. При этом на самом белом могут быть различные полоски или графические изображения. Если белый цвет для вас кажется слишком скучным, то вы можете выбирать другой вариант или оттенок. Но с однотонным цветом надо быть немного осторожным. Давайте посмотрим на примере красного, какой эффект мы получим в вашем интерьере. Когда шторы будут зашторены, то у нас будет громадное яркое пятно, и оно на себя будет брать очень много внимания. В таком случае тот же самый красный цвет можно использовать с клеткой, либо с геометрическим рисунком. При таком решении акцент не будет слишком навязчивым. Большое значение цвет играет для детских комнат. Здесь подойдут спокойные, однородные тона, но разбавить которые лучше каким-нибудь понятным рисунком. Заметьте, чем меньше ваш ребенок, тем более лаконичным и понятным должен быть образ. Очень частая ошибка – слишком активные обои и шторы. Чаще всего сначала клеят обои, а потом подбирают шторы. И вот когда в вашей комнате активный рисунок на стенах, мы дадим совет – пускай шторы будут светлыми и спокойными. Как вы поняли, цвет штор может быть любой, но лучше выбирать спокойные пастельные тона. А главное, чтобы цвет штор не конфликтовал с цветом стенок.